Нынешняя черноморская регата юбилейная. Этому турниру исполнилось 70 лет. Последний день соревнований подарил спортсменам ветер от 6 до 14 узлов и три финальные гонки в каждом классе. Борьба в лидирующих группах была очень жесткой. По итогам регаты определились чемпионы России в юношеских классах. В лазер-радиале победил Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга. Очень сильные соперники. Так как это открытый чемпионат, много старых спортсменов, много очень опытных людей, которые, естественно, составляют большую конкуренцию на всех участках дистанции. В классе 420 у девушек чемпионками стали тольяттинки Анастасия Сумарокова и Софья Шпильберг. Для меня эта регата была достаточно тяжелая, потому что до последнего момента было неизвестно, какими мы будем. И до этого гоночного дня мы вообще были 8-е по общему, 4-е по девочкам. На последние 3 гонки мы собрались силами и показали, на что мы можем. И в итоге заняли хорошее место, и мы этому очень рады. А у юношей в классе 420 не было равных краснодарцам Александру и Даниилу Евсеенко. В классе 29R чемпионами России стали тольяттинский экипаж Дмитрий Лаздин, Мирон Горковенко. На этой регате отбирались мы в сборную страны по 2 этапам. Первый был в Санкт-Петербурге на первенстве России, а это 2-й этап. Соответственно, отобрали сборную. Также были подведены итоги в олимпийских и юношеских классах и итоги Кубка России в классе ФИН. Черноморская регата традиционно знаменует завершение сезона для яхтсменов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.